После долгого тяжелого периода наконец настал заветный день. Выпускники второго лицея собрались вместе, чтобы отметить переход на новый этап жизни. Выпускник второго лицея Антон Антонов подчеркивает, школьные годы будет вспоминать с теплотой в сердце. Карантин показал ребятам, насколько они дороги друг другу. Одноклассники тяжело переживали расставание, рады вновь встретиться. Поделиться друг с другом и с учителями своими успехами и планами на взрослую жизнь. Ну, школа для меня – это дом, потому что там моя семья, там мы одноклассники, которые мне как братья, девочки, как сестры. У нас очень дружный класс, на самом деле. У нас очень классный руководитель Елена Рудольфовна. Папа – главный наставник для сына. Говорит, секрет крепких отношений в классе – хороший классный руководитель. С уверенностью могу сказать, что это вторая мама для моего сына, поскольку участие в его развитии, прежде всего личностном, приняла очень даже серьезно Лена Рудольфовна. Сама же классная руководительница не спешит расстаться с учениками. Эти дети навсегда в ее сердце. То есть, вы знаете, в последние годы, наверное, уже не они были при мне, скорее была я при них. Настолько я чувствовала их поддержку и заботу, не передать словами. Великолепные дети. Учитель русского языка Наталья Гурская уверена, ребята покидают родной лицей с хорошим багажом знаний. Все эти годы они много трудились, результат – высокий балл по ЕГЭ. Мы можем говорить обо всем, не только по предмету, не только о художественной литературе, мы можем говорить о жизни. Они задают самые разные вопросы, потому что они прощупывают почву, они входят только в эту жизнь, им все интересно. И порой, наверное, они задают даже те вопросы, которые иногда боятся задать своим родителям. Школа – место, куда можно всегда вернуться, место, где всегда ждут. Это время навсегда останется в сердцах выпускников. Учителя вложили в детей самые лучшие качества. Пришло время отпустить их во взрослую жизнь. Эмилия Ракелян, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».